Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного по делам Сирии Махамада Сабаха Аль-Хадж Бакри в связи с заявлением спикера сирийского парламента о принадлежности Крыма. Об этом в интервью «Украинской правде» заявила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца. Напомню, что ранее председатель парламента Сирии Хадия Аббас признала полуостров неотъемлемой частью России, напомнив, что Крым ранее был частью Советского Союза и по итогам референдума вернулся к своим истокам. Беца сообщила, что поверенный в делах Сирии на Украине вызван для выражения решительного протеста и получения объяснений о заявлении спикера сирийского парламента. При этом представитель украинского внешнеполитического ведомства отметила, что такие высказывания являются недружественным шагом и вызывают глубокое возмущение.